Юных жителей Одинцовского округа приглашают принять участие в 10-м юбилейном международном фестивале «Волшебная сила голубого потока. Мосгаз зажигает звезды». Социально значимый проект объединяет талантливых юных художников и музыкантов практически всех регионов России и ряда зарубежных государств. Творческий конкурс продлится с сентября 2021 по апрель 2022 года. Прием заявок уже стартовал.